Сирия выполнит резолюцию ООН 2118 о ликвидации химического оружия. Об этом президент Башар Асад заявил в воскресенье в телеинтервью итальянскому новостному каналу Rai News 24. На вопрос журналистки Моники Маджони Асад в частности сказал: «Мы приняли международное соглашение по недопущению применения и приобретения химического оружия еще до одобрения резолюции ООН. В своей значительной части российская инициатива, как вы знаете, исходит именно из нашего стремления к этому. Так что речь идет не о резолюции, а о нашей воле избавиться от химического оружия». В минувшую пятницу Совет Безопасности ООН принял первую резолюцию по Сирии с начала конфликта в этой стране в марте 2011-го. Арсенал Дамаска должен быть уничтожен к середине 2014 года. Пока же в пригородах сирийской столицы работают эксперты ООН. Их цель – проверить информацию о 7 случаях применения отравляющих веществ в период между 19 марта и 25 августа этого года. Вторая миссия международных экспертов завершится в понедельник, а очередной доклад должен быть представлен в конце октября.